Всем привет, ребят! Мы сегодня опять пришли на озеро, которое находится в Сувалках, ну так называемое. Тут смотрите, какие уточки ходят. Такие красивые. Ой, по-моему, они идут на нас. И, наверное, я знаю почему. Потому что... Что это такое? Пташиный буфет. Пташиный буфет. Офигеть. У нас есть? Злобный. Блин, прикольно. Не улетайте. Вернитесь. Ой, тут еще их много. Есть. Сейчас попробуем. В общем, будем пытаться кормить. Пять. Или один. А сколько надо? Тут что-то два. Так. Они уже пришли и что-то нам говорят. Наверное, говорят, не тупите, короче, делайте их как-нибудь. Они тут кушают много всего. Так солнечно. В общем, опять мы попали на вот это озеро. Ребят, не знаю, что это. Озеро, не озеро, просто буду называть его озеро. Вот. Сейчас посмотрим, что тут еще. Тогда так пробежались. Что-то еще интересно. Ну, красиво. В общем, тогда мы сюда не дошли. Мы прошлись по мостику и вернулись. Сейчас пройдусь немножко, что тут. Тут, насколько я поняла по карте, такой как островок идет. Там вдалеке лебеди. И фонтанчик вон. Бля, капец, как у нас в Харькове был в парке Горького. Пока он есть еще, слава богу. Надеюсь, все с ним будет нормально, как и со всем. Ой, оставшимся городом, пипец. Вот такой вот тут островочек. Приветик, ребят. Не смотрите на мою такую прическу, потому что тут постоянно ветер. И, короче, волосы в беспорядке. Так что имейте в виду, если что. Тут сильный ветер. Вот. Так, сейчас зажги. Ой. Все равно, ребят, конечно, можете согласиться, кто с Украины, что... Как-то тяжело, даже, в принципе, если ничем ты особо не занят, ну, допустим, пока нет работы, то все равно как-то тяжело. И морально, и физически уточка. Ну, скорее всего, это из-за морального состояния. Потому что то, что произошло, это, конечно, сложно воспринять и как-то осознать. Вот. Но будем держаться. В общем, вообще, ребят, пока никакого экшена. О, слава богу. Скажите. Я нашла лебедей. Есть большие и маленькие лебедюшки. По-моему, там кто-то что-то поймал. Ребят, в общем, и уточка приплыла.
красивое место. Thank you.